Они очень уязвимы для хищников, к которым в основном относятся полярные волки. В случае опасности овцы-быки встают в круг, защищая молодых телят стеной из собственных тел. В едином строю стадо без проблем отбивает нападение стаи волков. Крупные самцы по очереди атакуют с разбега и сразу возвращаются в оборону. Поэтому волки стараются нападать лишь на ослабленных или молодых животных, стараясь отбить их от стада.